Добрый вечер, друзья. Меня зовут Виктория. Наш проект из Санкт-Петербурга. И мы погромче. Хотим представить большой пилотный проект. Так слышно? Большой пилотный проект «Единый центр туризма». Планируется открыть 5-7 офисов в Санкт-Петербурге, 7-10 в Москве, в каждом городе миллионники, и затем развивать эту франчайзинговую сеть. Также нашими клиентами могут стать жители самых отдаленных уголков нашей страны, так как будет разрабатываться сайт с возможностью онлайн-оплаты и покупки в кредит. К работе дистанционными менеджерами можно привлечь инвалидов. Работая в данной сфере уже не первый год, мы проанализировали все плюсы и минусы и пришли к выводу, что у туристов нет доверия к ныне существующим маленьким офисам продаж. Вот это центр Санкт-Петербурга, и сюда на минуточку люди приносят огромные суммы денег за свои туры. В нашем же центре мы хотим представить все крупнейшие туроператоры России. И наша команда знает, как навести порядок в туристической сфере России, как вселить чувство уверенности в туристов, внушить им доверие и создать узнаваемый бренд, на который люди будут идти. Защитить туристов от мошеннических действий недобропорядочных агентств. И, собственно, мы хотим, чтобы их отдых начинался уже с прихода в наше агентство, чтобы они чувствовали себя комфортно и получали комплексные услуги в одном месте, не бегая по многим местам, по визовым центрам, по турагентствам, по страховым. И у нас впервые в России клиент сможет получить комплексное обслуживание, начиная от таких мелочей, как ксерокс и фотография, и заканчивая снятием биометрических данных для визы, оказанием юридической помощи и оплатой в кассовом узле. Пока родители выбирают тур, дети будут радостно разносить детскую комнату. На данный момент нами найдено и снято помещение в самом густонаселенном районе Санкт-Петербурга, Приморском, в центре, где находится множество торговых комплексов, строительных и мебельных гипермаркетов, развлекательных центров, фитнес-центров. Минуточку. Так, на открытие нашего ждут более 30 тысяч наших клиентов наработанных. Наша цель – обезопасить туриста. В настоящий момент правительство РФ проводит политику для обеспечения прозрачности деятельности туристических агентств. Также для увеличения внутреннего туризма с 1 января 2019 года вступит в силу закон, по которому работники смогут путешествовать за счет своего работодателя. И поэтому крупным и мелким компаниям нужен надежный партнер, с которым они могут работать и исполнять, собственно, этот закон. Мы видим наше сотрудничество со Сбербанком как с надежным партнером. И поскольку и мы, и Сбербанк, нашей целью является обеспечение социальной безопасности, социальной защиты прав граждан. Помимо всего, в каждом нашем центре будет 60-70 рабочих мест, и мы можем привлекать к работе людей разных возрастов и пенсионеров, потому что туризму все возрасты покорны. У вас там время подходит? Я ускоряюсь. На данной диаграмме мы видим обороты выездного туризма в тысячах человек и в миллиардах рублей. В 2018 году уже прошла успешно акция раннего бронирования, ожидается рост на 10% объемов от 2017 года. На этой таблице мы видим, откуда мы ждем клиентов и доходы единого центра туризма в месяц. Нам требуется инвестиции на 30 миллионов рублей, окупаемость мы прогнозируем через год. Значит, у нас новый, еще не имеющий аналогов в России, формат туристического центра, в котором человек получит комплексное обслуживание от А до Я без лишних хлопот и проблем. В нем будут представлены официальные представительства всех крупнейших туроператоров России, центр визового обслуживания, страховые и кассы ЖД и авиабилетов. Спасибо большое. Хорошего вам вечера.